Молодежное правительство в состоянии взять на себя ответственность и добиться серьезного успеха. Об этом во время встречи с ними сказал глава кабинета министров Якутии Евгений Чекин. Премьер обозначил коллегам вектор совместной работы на ближайший период, рекомендовал не увлекаться теоретическими проектами, а более реалистично и практично подходить к решению ключевых задач, которые стоят сегодня перед республикой. Евгений Чекин также подчеркнул, что молодежное правительство в современных социально-экономических условиях должно больше концентрироваться на тех вопросах, в которых молодое население республики могло быть максимально полезным, в том числе в вопросе реализации общественных инициатив. Проекты – это не обязательно те проекты, которые требуют финансирования. Это далеко не обязательно, но возможно. Тут, поэтому я предлагаю взять какой-нибудь сложный, большой, например, да, то есть такой амбициозный для вас. И второй, соответственно, более короткий, не обязательно простой, но более короткий, чтобы, допустим, некий итог можно было в 2017 году уже подвести. И, соответственно, вы там могли бы гордо сказать, что мы первый проект свой сделали.